На этой неделе в зоне особого внимания госавтоинспекции «Большегрузы». Сотрудники ГИБДД проверяют, как выстроена работа на автотранспортных предприятиях и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере грузоперевозок, по обеспечению безопасности дорожного движения. За этот год на Кубани произошло уже более 200 ДТП с участием грузового транспорта. В них получили травмы почти 270 человек. Еще 40 погибли. Часто причины таких аварий не только в неисправности транспорта, но и в усталости водителей большегрузов. В отличие от тех, кто управляет легковыми автомобилями, они чаще отправляются в длительные рейсы и значительно больше времени проводят за рулем. В результате переутомления ухудшается концентрация внимания и, как итог, дорожные проблемы. Поэтому соблюдение режима труда и отдыха – лучший способ избежать проблем на дороге, предупреждают сотрудники госавтоинспекции.